Опа! Дорогие друзья, никогда не думал, что я когда-нибудь выйду из-за березы, учитывая мою внешность. Сразу отвечаю на вопрос. Многие спрашивают, когда будут уже полные выпуски. Мы же объездили уже всю область. Уже неинтересно. Мы везде уже были по несколько раз. И вот, наконец-то, нам написали, нам позвонили, сказали, есть еще целый мир здесь, в Калининградской области, называется «Сосны». Где они, кстати? Сосны. По соснам вопрос пока что имеется некий. В общем, это коттеджный поселок. Здесь сегодня какая-то движуха. Здесь зелень, здесь природа, здесь воздух. Есть его хочется. В общем, пойдем пообщаемся с людьми и надеюсь, что это еще будет и весело. Поехали! Здравствуйте! Ой, а можно немножечко вас отвлечь? Вот. Я когда вижу людей в перчатках вот таких, это значит, что вы что-то здесь делаете. Что вообще здесь происходит? Расскажите чуть-чуть хотя бы. Здесь, значит, день открытых дверей коттеджного поселка Сосны. Тут же нет дверей. Нет дверей, калитки. День отсутствия дверей. Почему перчатки? Планируем, значит, сажать вот эти прекрасные маленькие сосенки. А что вообще такое? Сейчас Сосны. Мы знаем, что это просто какой-то вот поселок. Это поселок экологический с обалденным чистым воздухом, так, с классными домами. И сегодня будет еще вручение ключей от калиток. Надо было оставить интригу. Надо продолжение. Я паузу выдержал. Мы остановимся, скажем, продолжение. Смотрите в закрытом телеграм-канале. Они же объединяют еще соседей всех. Мы вот живем в городе. Девятиэтажка, я знаю только соседей вот по клетке. Да. И все, и то, здрасте, до свидания, даже как зовут не знаю. А здесь они все друг друга знают, они объединяют, праздники проводят совместные. А мужикам как к соседке пойти, все знать будут? Это уже другой вопрос. Понял. Вылезай. Да, у нас для этого в городе есть квартиры. А можно мне примерить, если вы не против? Просто хочется, сон ослепляет просто красота. По-другому уже видно, да, мир? Я сразу стал, во-первых, успешней. А вы теперь ведущий этого проекта. Друзья, сегодня день открытых дверей в коттеджном поселке Сосная. Перчаточки дают. Можно, пожалуйста, перчаточки? Мы привыкли к халяве всегда, когда что-то снимаем. Полезное видео будет. Как сажать сосны? Выкопать ямку, подсыпать удобрение. Удобрение. Поставить. Притрамбовать, так, полить и все. И сколько ждать, чтобы вот такая огромная сосна была? Ну, лет 5-7. Вообще, как вы в восторге вообще сегодня от всего, что происходит? А все, мне нравится. Просто вы не улыбаетесь вообще. А я вот по жизни такой. Да? Вы очень загорели, кстати. Как один из плюсов, здесь можно загорать. Здесь же все открыто. Так, нет, да, высоток, вы думаете, домов. Где я загорал? Хватит на моря, там битком уже. Езжайте, да, в Сосны. Сюда, всего 30 человек на 20 тысяч километров. Блин, классно, такую штуку давно не видел. Это кальян? Да. Ага, не разбираюсь. Здравствуйте. Ой, вы что-то снимаете. Да. Потом куда это будете вы выкладывать? В контент будем выкладывать, в телеграм. Конечно, знаем, мы вас снимаете, потом будете жаловать. Конечно, да. Вы из другого коттеджного поселка, такие, смотрите, как здесь, да. Вот смотрите, вот так. Ну да, все, что тут? Все, посыпался, поймали мы тебя. Постараемся, непредвзятое мнение. Да, вот ты здесь сколько раз уже находишься? Я тут был три раза. Где-то год назад. Должен был сказать, с каждым разом все лучше и лучше. Но, ну, непредвзятое же мнение. Да. Каждым разом, но меня впечатляло все это больше и больше. Ну, оно же как было, когда первый раз ты здесь был, сажали землю, второй раз сажали дома, сейчас уже сосны сажают. Так же было? И сосны еще и тогда сажали, но да. Снимите, машину красную посадили недавно. Тоже, видите, полили, она потом большая будет. Придумаем прямо сейчас, не то что слоган, ты просто ответишь, что первый приходит на ум. Сосны – это... Жизнь. Безумно можно быть первым. Безумно можно быть первым. В рубашке человек. Ведущий сегодняшнего мероприятия. Подожди. Что не такое? Не снимай. Вы же первый, кто купил здесь, вы же житель, вы же прилетели из Ирландии. Все верно, да, из Ирландии. Просто стереотип. Да, пожалуйста. Да, все рыжие из Ирландии. Что вообще здесь происходит, расскажите нам. Мы сейчас с коллегой шли с автобуса и посмотрели, да, действительно очень уникальное место. В плане хорошие нарезки, земельные участки, если вы посмотрите. Про сырные колбасные нарезки? Не-не, про участки нет, еще не кормили. Очень ровные участки, если вы посмотрите. И вот... Пацанским языком, очень ровные участки. Да. За базар отвечают. Наверное. Мне вот нравится то, что здесь домики вот из деревьев сделанные, то есть экологичные. Такое, ну, вот прям вызывает ощущение экологичности сама территория. Я с вами знаком уже. Да. Знакомы? Конечно. Я вам ничего не должен, случайно? Не-не, у нас великий коллектор. На свадьбе мероприятие. Очень классный ведущий, нам очень все понравилось. Продолжайте.
Там было в самом начале, ну, мы приехали, то есть они могли освоиться, и вы сразу с самого начала брали всю инициативу. Все, спасибо. Там торт детям вынесли, первый танец начинается. Жениха невеста. Все, пойдемте. Сегодня день, солнечная погода. Мы сажали елки. Так. Елки, которые называются сосны. Сосны. И все помогаю людям с работой. Помогаешь людям с работой? Угу. Помоги, пожалуйста, мне с работой. Я ж блогер, мне нужна работа. Угу. Давай, кем бы я мог быть? Больше всего важная работа – это строитель. Мне кажется, даже внешность мне позволяет быть в России строителем. Тебя посмотрят миллиарды людей. Скажи что-нибудь им. Привет, и на этом все. Спасибо большое. Идеальная пара для того, чтобы пообщаться с вами. Давайте. Во-первых, сразу с комплимента хочу начать. У вас, вот я до этого сказал мужчине, что у него красивые очки. Фигня вообще, отстой. Вот у вас шикарные очки. Да, спасибо. Это с Байконура. С Байконура? Да. У вас тогда космические очки. Там. Конечно, там выдают такие. Так, а вы как-то связаны с Казахстаном, может быть? С Казахстаном нет, с Байконуром связан. Не, ну вы давно уже в Калининградской области? В 19 году переехали. Перезапишем, чтобы... Это же как реклама. А вы же вот как узнали, что сосны здесь будут? Ну и все, сразу переехали, да, с Байконура, да, сюда. Прям там даже вещи не собрали, прям дверь даже забыли закрыть. Друзьям оставили. Вот для вас сосны, вот вы когда впервые здесь побывали. Шикарная энергетика здесь. То есть ощущение, что здесь просто вот своя атмосфера, и обо всем забываешь. Кстати, кто жалуется, что все плохо, приезжайте сюда, здесь вообще даже не будете об этом думать. Очень быстро, коротко, не задумываясь. Сосны — это... Круто. Сосны — это... Кайф. Да? Вот у нас подруга купила здесь участок, она с Комсомольска на Амуре. Сразу вопрос тогда, провокационный. Учитывая, что посмотрят калининградцы, и они потом могут вас найти, область маленькая. Где круче, в Калининграде или в Комсомольске на Амуре? Не вопрос вообще здесь, конечно. Но мы туда тоже скинем это видео. Без проблем. А вас уже не ждут? Нет, у меня там родственники остались. Пусть знают. Три таких явных преимущества. Вот что первое приходит вам на ум? Сосны. Вот что вам больше всего здесь понравилось? Ну, расположение. Залив. Залив. Купались уже? Это земля. Нет, мы не купались в заливе. Я даже не знаю, как туда дойти. Вам просто сказали, что здесь где-то есть залив. Где-то есть залив на карте. У нас же здесь торговый центр есть там вот. Нет, не говорят, мне где торговый центр как раз не нужен. Мне нужна вон корова, которая лежит рядом с моим участком. Да. Корова? Ну, кстати, да. Круто вообще. Ну, на ИЖС нельзя разводить коров. Типа на них ипотеки правда брать, так разводить их нельзя, да? Нет. Понял. Расскажите про дом. Уже какой-то есть у вас макет? Ну, у нас будет банька отдельно, да, с комнатой. И отдельно дом. Не задумывайся, последний вопрос. Сосны – это? Счастье. Куда-то, кстати, все пошли. Куда все пошли? Какой-то крестный Они поход пошли сегодня. Есть кашу. Они пошли Они есть пошли на халяву есть. Все идут. Вот вы понимаете, зачем? Что для них в первую очередь сосны? Для них в первую очередь сосны нам... это каша, а для нас это сосны, это природа, это деревья, это да. Журавли, которые кричат, летят. А что кричат журавли? Они кричат. Они такие, слышал, покупайте они в соснах. Да, вот да, они кричат, покупайте землю в соснах. Так, ну пойдемте туда есть кашу. Ну пойдемте есть Собственно, кашу. Есть, хватит уже. Гамак, ну, хватит уже есть воздух. Каша-то сейчас, знаете. Все, идем а есть кашу. С чем будет? Давайте про кашу поговорим вообще. Мы думаем, они охренеют, когда посмотрят это видео, скажут, вы же должны были про поселок снимать. Не, вот так надо идти. Так. Нет, чай. А можно ли, кстати, девушке подарить на 8 марта вот такую вот сосну? Можно. Да? Вам дарили когда-нибудь сосны? Нет. Это вам. Спасибо. С 8... Мне подарили сосну. С 8 марта. Вы улыбаетесь? Всегда. А что, повод какой-то, что ли, есть? Ну, конечно. Мы сибиряки и приехали на место. Это очень похоже на Сибирь. Да? Сосны, березы, да, запах вот этот. И хозяева вот только сейчас узнали, что тоже сибирские души. Поэтому это самые честные, самые открытые люди. Вот сейчас будем знакомиться, тут угощают кашей, будем сажать елки. А вы здесь уже что-то... Нет, мы первый раз, мы увидели дом на Переславском, ехали домой в Светлогорск, уехали дом, видели дом на Переславском, подъехали, поговорили, узнали, что ребята строят, что привозят этот вот замечательный брус с Вологды. Так. У нас леса нету такого, а мы Сибирь, мы привычны жить в дереве, чтобы пахло, чтобы птицы пели, чтобы вот так вот было тепло, сухо. Да. То есть они взяли просто Сибирь сюда перевезли? Ну почти, да. Да. Нечестно, тогда вы отсюда, вы отсюда весь янтарь туда тогда увозите, и мы море. Мы будем толерантными. Я думаю, что если народ будет общаться, много общаться, то мы обязательно мирного неба дождемся, это раз. Во-вторых, наши дети будут счастливы, это два. И заборы будут вот так открыты всегда, это три. Да. И как раньше будем хранить.
выронить ключик под ковриком. А вы в курсе, что сегодня ключи будут раздавать от заборов? У меня аж мурашки по телу. Так не должно быть ключей вообще. Уберите, отмените ключи. Нет, пусть немножко ключи все-таки будут. Хорошо. Качественные заборы — это уже плюс. Мы сейчас вот тоже смотрим, это очень недешево, а здесь они уже дарят с участком. И люди, улыбайтесь, люди, целуйтесь, любите, стройте и приглашайте в гости всех. Целуйтесь. Горько? Все, да, скажите честно, просто пришли кашу поесть. Да. Что это такое? Вот как бы вы описали вот это место, где мы сейчас находимся? Для меня это, я надеюсь, будет место силы. Так. Потому что я приехала из другого региона, из Урала, и у меня там тоже был шикарный загородный дом, и для меня это было мое место силы. Но так сложились обстоятельства, что... Я решила начать, можно сказать, жизнь с чистого листа. И вот узнала об этом поселке. И, получается, с одного места корневую систему свою выдрала. И вот приехала сюда и влюбилась в это место. И уже у меня построенный дом. Он стоит на кадастровом участке. Все. И вот мы уже в этом году ждем, не дождемся, когда подключат электричество, чтобы уже... Пускать корни здесь. То есть вы первый человек, у которого здесь уже дом? Нет, я не первый человек, но я первый человек, у которого поставили дом на кадастровый участок. Ну все, вы уже впереди, вы выиграли, вы прошли эту жизнь. Да, то есть ты приезжаешь, и ты понимаешь, что ты дома, в хорошем смысле слова. То есть дом, это именно для меня, это место силы. Все, кто нас посмотрит, если что, если кому-то будет не хватать силы, мы будем приглашать, они будут к вам приезжать. Ради бога, будем только рады. Все, как вас зовут? Меня зовут Светлана. Все, Светлана, как найти? Координаты потом точно напишем. Запрудная 1. Еще у нас сам крайне на опушке леса дом, так что можете найти сразу. Что такое коттеджный поселок Сосны? Вот как вы это чувствуете? Для вас это что? Ну, для меня коттеджный поселок, в первую очередь, это магия сосен, это деревья, которые здесь у нас растут. И вам, наверное, все говорили про природу. Воздух, первый, говорит, наконец-то чистый воздух. Когда мы сюда пришли, здесь было все заросшее. Вообще, самые главные хозяева здесь были бобры. И все, что происходит с нами за вот этот год, чуть больше года, это все случается по волшебству. Все электроснабжение, которое вот так вот к нам пришло, та субсидия, благодаря которой мы должны стать богатыми и знаменитыми. А что за субсидия? Стало интересно просто. А то люди услышали субсидии сразу, у них там дзынь, так делать. Она выдается на развитие сельских территорий, на комплексную застройку сельских территорий. У нас здесь 150 участков, и осталось у нас 14. Всего 14 осталось? Да, всего 14 участков. Сейчас у нас финальная акция майская, 35 тысяч рублей за сотку, 500 тысяч у нас взнос. Что такое 500 тысяч? Мы сразу подписываем отдельный договор с нашими будущими жильцами, где четко прописываем наши обязательства перед ними, и людям очень прозрачно, понятно. У них есть, как говорится, за что топнуть ногой. Я просто наслаждаюсь, потому что у меня никогда в моих видео столько умных слов не звучало. Субсидия, проектная документация. А если у меня есть 35 тысяч и больше ничего нет, я могу купить одну сотку? Вы знаете, вы можете купить себе 10 соток или 12 выбрать, потому что у нас есть рассрочка. Нет, а если у меня больше никогда не будет денег, есть только 35 тысяч? Если 35 тысяч, тогда мы с вами пойдем в банк сходим. Ага. Да? И, конечно, капитализация земли здесь... Еще и капитализация слова прозвучала. Вот я себе строю дом, я думаю, ну это ж классно, у меня будет газ, дороги, свет, 20 соток земли. Ну это ж прикольно вообще, голенькими из бани, в кадушечку. Ой, мы ставим видео потом. А может вообще сделать такую фишечку вашего, чтобы отличаться от других коттеджных поселков? Здесь вообще запрещена одежда. Одежда. Ну, чтобы все открытые были. Ну, уж если с голенькими, то уж тогда все вместе. Продолжить фразу. Сосны – это? Сосны – это магия сосен. Это волшебство, это энергия, это уединение, место силы. Не, надо коротко. Сосны – это? Место силы. Так говорили. Сосны – это? Любовь. Так тоже говорили. Сосны – это? Ну, нет, ну, слушай, подожди. Ну, говорили так уже. Ну, так же не считается. Сосны – это? Собственно, это моя банька. Все, вот так никто не говорил, потому что только у вас банька есть. Да. И потом, значит, мы взяли, один участок, два. Потом я говорю, нет, мне три. Подружка мне говорит, мне два бери. Другая говорит, мне тоже два бери. Вы как в ресторане в меню, да, сидели? Слушайте, вот реально. Давайте так. Два тирамису. Да, да, да. В итоге получилось, что я девочкам, значит, каждый из подружек купил участки. Самое прикольное было, что я их даже не видела. Я просто сказала, мне сказали, хорошо, упакуйте. И потом я пошла смотреть, что я накупила. Это были лучшие участки. Как это по-женски? Да, да. Это были лучшие участки. Правда, сосна — это просто про любовь.
Здесь собрались люди. Сосны – это... Это круто! Говорили так! Сосны – это... Да! Посоветуем что-нибудь всем, кто посмотрит. Ну, умываться по утрам. Мыть руки перед едой. Да, мыть руки перед едой. Чистить зубы. Так. Потому что зубы очень дорого сейчас. Да. Там. Дороже, чем участок здесь. Да. Даже здесь сотка дешевле, чем зубы. Покупайте сотки. Вы же далеки от города, никто ваши зубы не увидит. Даже если вдруг у вас не будет деньги на зубы, вы можете продать сотки. Здесь есть бобры. Бобры есть зубами, они вам помогут. На этом все.